оттуда приехали сейчас из этого парка. Далее. И вот мы вышли. Такой вот океан. Красивый океан. Шумный. Тихий океан. Мы хотим сейчас спуститься туда вниз. Ветер задувает, не знаю, что там слышно. Холодно. Здесь сейчас только 5 сентября. Тут вот такой вот черный песок. Чистый такой, ровненький такой вот черный песочек. И вот такой красивый вид. Голубая-голубая вода. Пообедали в этом ресторанчике на берегу. Вот такой вот вид здесь, пейзажчик такой красивый. Вот внизу вот такая вот луковица. Там мы видели маленький на океане. Здесь вот лежит, вот она выкинула ее с берега. На берег крышится воды. Такая огромная. Интересно, что это такое. Вон. Конец ее, не знаю, вот сколько идет. Вот. Там и там. Не знаю, не качается. Я даже удивляюсь, может, это не одна, а две. На таких потом никогда не видел. Да, я таких не видела никогда. А там он интересный тоже. Дерево стоит с домиком посередине. На акуле или на дельфине, на акуле, наверное. И вот с этой стороны тоже вот там залив, океан.
люди купаются. Здесь же бабулок серфинг делают. Тут есть в рент, можно взять вот эти вот доски. Surfboard называется, можно взять. И вот на них кататься. Это для начинающих, наверное, тренируются они вот на таких маленьких волнах. Костюмы у них вот такие специальные, чтобы не замерзнуть. Там какие-то люди делают вещи свои, видно, продают. Сбоку там было слева, теперь справа. Справа что это такое? Одеяло какие-то. Единственное, что здесь не нравится, что тут нет интернет-сервиса практически. Вот мы откуда мы ехали, сколько мы проехали, где-то 12 миль, 13 миль отсюда, где мы остановились. Там сервиса интернета и телефон не ловит. Нет, в общем, этого сервиса. А здесь вот мы отъехали, немножко появился сервис. Мы успели кое-какие сообщения прочитать хоть. Сейчас мы возвращаемся назад. Хотим посмотреть, если мы еще успеем кое-какие места интересные. Сейчас вот через полмили у нас будет Vista Point. Это значит остановка, чтобы посмотреть красивое место. Мы вчера ночью ехали, хотели остановиться, но уже было темно. Мы решили сегодня заехать туда. Вот так обозначается значок, такой стоит, написано Vista Point. Редвуд, национальный и штатовский парк. Паркс. На столбе вот такая надпись Call Box. Это значит, можно остановиться и позвонить, потому что телефоны не ловят. Интернет, мобильные телефоны нет у них сервиса, и поэтому нужно позвонить, если нужно, вот через такую будку. Вот такой вид отсюда. Вот оттуда, откуда мы сейчас приехали, с той стороны. С той стороны лес, с той стороны океан. Вот такой вид. Мы едем по 101-му хайвею со стороны Орегона в сторону Калифорнии, да, но мы уже едем по Калифорнии. Да, и везде вот такой вот вид вдоль океана. Этот хайвей идет вдоль океана, и у него очень красивые места. И он идет, да. Очень длинный хайвей и очень красивый. Траки друг другу подмигивают. Он, если увидишь, что там сзади полицейский, он проехал. Он вот этому сейчас попался один трак, он вот этому траку, который впереди нас, он ему подмигнул. И мы потом едем, следом смотрим, полиция едет сзади. Предупреждает. Договор дружеский. Вот оттуда мы сейчас ехали. Вот такой вот красивый вид здесь, пейзаж. Так, я ничего не вижу, правда, если солнце светит. Так вот. Замечательно.
замечательная такая картина открывается. Дороги вот такие вот небольшие. Тут есть парки, RV-парки. Что люди приезжают, ставят свои прицепные вот эти автобусики и там отдыхают. На берегу. На берегу реки или в лесу. Или около океана.